Всем привет, ребята! С вами Серышо, и сегодня мы поговорим о слаймах. Сегодня я купила вот такой вот слайм. Мы увидим, какой он. Давайте посмотрим же. Так, давайте его открою. Так. Совываем. Смотрите, ребята, как он высовывается. Ух ты! Такой цвет интересный. Вау! Так. Интересно, как я буду опять совывать внутрь? Давайте сейчас берем. Так, и посмотрим, он липнет к рукам или нет. Так, я вам сейчас его покажу. Вот такой вот. Вау, так круто тянется. И, честно говоря, он не липнет к рукам. Нет, не липнет. Вот такая вот слизь, можно назвать ее слизью. Сегодня я вам хочу показать, какой у меня будет такой малейший такой фокусик. Для этого нам понадобится трубка. Наверное, вы уже догадались. Так, подождите. Там вот так вот. Наш резончик. Так. И будем делать наш фокус. Итак, начнем. Ставим вот это. Я вам сейчас покажу, что получится. Подождите. Вот, ребята, какой получается. Я вам попробую показать. Так, ребята. О, он раздулся. Давайте еще раз попробуем. Так круто получается. Так, а ну-ка. Ну, так круто делается пузырью. Давайте я вам сделаю сейчас и покажу. Так. Так, ребята, попробую вам показать. Вот такой вот огроменный получился шарик. Давайте его лопнуть. Попробую лопнуть. Оп, он сам лопнулся. Ребята, он сам лопнулся. И очень мне нравится принцип в том, что он такой глянцевый. И, во-первых, он не липнет рукам. И, во-первых, из него очень получают такие классные пузыри. Смотрите, он замечательно тянется. Можно сказать, даже стеклянный. Знаете что, ребят, я сейчас попробую это сделать одну вещь. Смотрите. У меня есть кинетический песок. Да, ребят, и об этом выйдет видео. Да. Так что подписывайтесь на мой канал. Да. Так, смотрите. Сейчас я немножко половинку оторву. Так. Для пробы. И смешаю кинетический песок. Так. Ну, можно фиолетового цвета. Я делаю два. Ух ты, ребята. Так. Смотрите, какой цвет фиолетовый получился. Вот, такой цвет. Так, давайте еще коричневый смешаем. Такой, можно сказать, не коричневый, а такой желтенький, оранжевый. Так. О, вот, ребят, смотрите, какой-то уже цвет выходит. Вот. Только немножко, конечно, песок очень. Вот. На пальцах. Вот. Ну, я с ним немножко поиграю. Какой-то цвет хоть бы выйдет. Ну, очень круто. Очень такой классный. Ну, давайте последний раз сделаем еще один пузырик. Так. Вроде. Так, главное, чтобы дырок не было. Скажите, наверное, чтобы воздух не ушел. Знаете, что можно сделать? Так, лопайся, лопайся. Смотрите, оп, он лопнулся. Смотрите, я сейчас хочу поставить крышку от этого внутрь. Что я делаю? Смотрите, ставлю крышку в середину, накрываю этим. И буду, так, проверять, чтобы дырок не было. Так, вроде нету. И буду пробовать. Вы слышите такой звук?
Круто. И это внутри. Крышечка внутри. Круто. Он не лопается, ребят. Оп, и лопнулся. Круто, ребята. Очень круто. Ну вот, ребята, наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал и, конечно же, на мой инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Ставьте лайки, пишите комменты. Я буду делать новые интересные вещи с лизунами. Всем пока-пока!